Все трудности и радости тюремной жизни в Перископе. Новгородский заключенный Михаил ведет трансляцию в соцсети о буднях за решеткой. Канал осужденного уже набрал около 300 тысяч лайков. Пользователи спрашивают молодого человека о том, как и чем живет колония, и о развлечениях в заключении. Парень сразу отвечает зрителям. Телевизор у нас есть, у нас телефоны есть. Это все живое, вот, ну... неподставное. Михаила. По его словам, его судили за грабеж, и сидеть ему еще 1,5 года. В трансляциях также участвует его друг Виктор. У него еще более тяжкая статья – убийство. В заключении парни не унывают и через перископ приглашают к себе девушек на длительные свидания. Однако претенденткам не стоит так снисходительно относиться к предложению. Впереди их еще ждет кастинг. Конкурс надо будет пройти. Да, кастинг. Мы запускаем кастинг на лучшую девицу. Лучшая приедет ко мне на свиданку. Михаил продвигает свой аккаунт, каждый раз призывает пользователей ставить лайки, чтобы попасть в топ-трансляции. Ведь для него с другом перископ — это не только средство общения. Парни через соцсеть пытаются наладить свой бизнес. В шуточной форме они предлагают купить всем желающим нарды, которые сами сделали на зоне. Мы в детском оздоровительном лагере «Анютка». Вот делаем тут такие. Да, это мои нардишки. Вот это он рекламирует, это, короче, пиар непосредственно, маркетинговый ход такой через... Заказывайте, цена недорогая, не кусает. Да, поставим клиентам скидки.